Электрик, завтра суперматч с Италией. Подожди, привет. Почему решили немножко отдохнуть? Чехи, кстати, отменили тренировку сегодня. Вы тоже тренируетесь в таком необычном режиме. С чем связано? Ну, мы, в принципе, давно уже тренируемся, поэтому надо немножко иногда... Так, у нас лед по желанию, у нас ребята в зале тренируются на велосипедах и... штангу там, немножко железа. Поэтому время пришло уже немножко, сегодня было паузу со льдом. Мы довольно давно, еще раз говорю, мы довольно давно уже на сборах и тренируемся много. То есть желание никто не выразил? Желание, ребята понимают, что много они уже тренировались на льду и что надо было в зале поработать. Я пытаюсь сейчас... Завтра тренировка. Ну, раз как-то, да. Заявление Артемия Панарина, потому что его не звонили из сборной. Я уже два дня назад сказал, что мы, значит, сказал, да, поэтому ничего для нас не изменилось. Почему все-таки ему звонили или не Почему? Звонили? Два дня назад я сказал, то же самое также остается для нас, с нашей позиции. А Италия что скажет? Самое опасное. Я знаю, что тренер, по-моему, или тренировал, или играл, я с ним не знаю тренера, вот, в принципе. Заната играет сын. Да. То есть подготовились вы, да, к Италии? Готовимся. Еще в процессе. Вратарь первый. Сорокин, есть шанс на первый? Завтра Василевский играет. Да. А имеет смысл, какая мотивация встать Василевскому на очень слабую соперницу? Тут дело не мотивация, тут дело в тонусе самом, через там игры, чтобы он был в тонусе. Когда-то на Италию как раз выпустили третьего вратаря, Белюкова, Швеция. Возможно, что на половину игры выйдет именно Сорокин? Вряд ли. Сложно будет ему ходить. Какие у вас планы насчет Кирилла Капризова? Матч с Италией, шанс для него прорваться. Да, да, он завтра будет играть. Да. Пока мы не спешим с этим. У нас пока все здоровы, мы пока не спешим с последней заявкой. Мы ее бережем. Ну, в принципе, там история понятна, но мы ее бережем, что случаи бывают разные. Кроме Влада Капризова, какие-нибудь еще сочетания нового хотите попробовать завтра? Пока нет. Пока только Капризов у нас будет играть. Но опять же, игра по-разному складывается, из какие там, что еще будем думать и какие идеи, если придут, то... Звено Саша Овечкин полностью для вас устраивает, и согласны ли с тем, что он намного зависит именно от Жени Кузнецова, и Женя надо как-то вдохновить на более такую игру? Знаете, не совсем, наверное, я еще раз говорю, мы команда и идем к цели, что сейчас, знаете, чтобы это растаскивать все, что сейчас строится и начинает получаться, нет смысла. Будет, оно придет, и работаем над этим, все ребята работают над этим. Поэтому нет смысла растаскивать то, что начинает получаться. Вот окончательно присел? Окончательно ничего не бывает. Что значит окончательно? Ну, сейчас пока такая ситуация. Дальше будем смотреть. Все равно важный игрок, как любой игрок для нас, как и Зуб, хотя он не заявлен, это как часть команды. Следите ли вы за той группой? Да, следим. Смотрели вчера матч Словакии с Канадой? Вы знаете, удивительно, что да. Удивительно, да. Кто вас впечатлил из той группы? Из той группы? Ну, видите, как словаки вчера немножко, конечно, мастерство канадцев все-таки сказалось так. Но то, что они организованная команда, это знаем мы, да, уже давно, в принципе, и с Олимпиады, и до этого было, что, ну, команда организованная, то есть очень, сейчас у них еще игроки подобрали. Словаки очень интересно. Да. Ну, американцы, понятно, там и состав, и это. Канадцы, ну, знаете, как пока... Пугает ли скорость американцев? Да, вроде как, я думаю, что мы должны с этим справиться, что у нас тоже так ребята не самые, да, медленные. Есть впечатление, что в группе Б все как-то немножко предсказуемо по сравнению с группой А, там где интрига больше. Слушай, ну если мы вчера не выиграли, вы по-другому говорили. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас начинается один день. Ситуация только одна, фактически Чехия, Швеция, а четверка практически определена. Ну, возможно, наверное, но сенсация, я бы не сказал, что сенсация. То есть Чехия хорошая команда. Если заглядывать в лицо, что вас пугает в Швеции? Пугает? Ничего не пугает.
Ну, хорошая играющая команда с хорошим составом, то, что там, ну, хорошая команда. Тут есть команды, то есть или чемпионат очень высокого уровня, да, правильно, в связи с тем, что он позже начинается, очень высокого уровня. Поэтому есть ряд очень-очень хороших команд. Вот и все. То, что матч со шведами последний в группе поможет подготовке в плей-офф? Может, что на одну стадию больше будет? Ну, в принципе, да, так рассчитываю на то, что поможет. А вообще на пик, когда вам кажется, сборная должна выйти именно к концу группового этапа? На пик? Ну, на пик надо, хотел бы, знаете, такой вопрос, пик он к концу должен, да, последние там три игры, было бы здорово. А с точки зрения опыта для игроков, вас не расстраивает, что в этой группе нет североамериканцев? Нас не расстраивает, что североамериканцев нет. Да, наиграли с североамериканцами, там уже половина у нас. Девушка у меня, что если будет не первое место группы, то придется приезжать в Кошиц, вот эти дела, насколько эта накладка будет такая? Ну, знаем, было уже. Там, во Францию ездили разок. Поезд сломался. Хотелось бы сбежать, да? Такой? Естественно, хотелось бы сбежать. У нас здесь прекрасные условия, и все уже. Касательно пика, вы сегодня нагрузки игрокам, это прицелом на плей-офф? Нагрузки? Ну, говорит про штангу. Ну, там уже не надо тренироваться, да? Ну, не то, что там это сильная нагрузка, просто, ну, она как и восстановительная, и немножко поддерживающий тонус. 8 лет назад сборная вообще даже футбол здесь играла. То есть настолько они хотели разгрузиться, отключиться от хоккея, у вас экскурсии какие-то были по городу. Вы ничего не планируете такого необычного? Два выхода. Ну да, вот это. Тогда завтра тоже, что ли? Или что? После. Тогда три выхода. У нас есть план намеченный, да, и так мы уже по нему идем, но пока экскурсия, насколько я знаю, у нас не планировалась. Может, фонарь не позвонить? Давайте закончим. Насколько стало тренинг форс-мажора, что все же равно выбыл на неделю целый такой процесс, три матча пролюбнил? Сейчас открою секрет. Он приехал, он здесь. Ну, он просто... Он приехал здесь, он жив и здоров вообще. Вы как распределяете обязанности теперь? Что он делал раньше, что кто теперь делает? Нормально мы распределяем обязанности. У нас есть взаимозамещение, и сейчас опять все встает в старые, так сказать, нормально. Спасибо. Спасибо. Спасибо.